Проверьте документы. Срок действия медицинских полисов старого образца заканчивается 31 декабря. Эта новость спровоцировала большие очереди в страховых компаниях, но не нужно впадать в панику. Не все знают, что старые документы будут действительны и в 2014 году. По ним точно так же будет оказываться медицинская помощь. Отказать в приеме в поликлинике или больнице гражданам не смогут. А замена полисов продолжится планомерно по мере обращения граждан к врачам. Полис нового образца появился в мае 2011 года. Он может быть как бумажным, так и пластиковым. А еще является составляющей универсальной электронной карты. Замена полисов ОМС старого на документы нового образца происходит поэтапно, и никаких ограничений здесь по срокам нет.